трогают их каким-то общечеловеческим там материалом. Аленушкины сказки, чудесный цикл. Когда мы изучаем, ребята где-то посмеются, где-то задумаются, потому что эту книжку писала сама любовь к дочке, к осиротевшей Аленушке. И, конечно, дети младшего возраста всегда с удовольствием будут изучать Аленушкины сказки и «Серую шейку», и другие замечательные вещи мамины для детей. А вот студенты, люди постарше, исследователи, могут поставить другие вопросы. Например, традиции западноевропейской литературы Ганса Христиана Андерсена, который тоже был очень порой так юмористичен в своих сказках, традиции русских сказочников Лескова, Салтыкова, Щедрина, Гаршина, Льва Николаевича Толстого. Вот эти уже серьезные вопросы, сопоставление мамина с другими писателями, степень его новаторства, могут выявить студенты и могут над этим подумать и исследователи. Честные да умные люди России нужны. А то есть честность, да нет ума, есть ум, да нет честности. Опереться не на кого. Одно из самых интересных Санка, книг в плане злободневности «Мамина сибиряка» является в наши дни «Приваловские миллионы». Потому что речь тут идет о миллионах, богатствах. О том, что же самое важное для человека, или добыть эти богатства, или сохранить русский национальный тип, как сказано в конце романа, там у Сергея Привалова продолжается род, продолжаются лучшие качества в его натуре, в его жизни. Миллионы разлетелись прахом. Конечно, этот материал, этот роман можно исследовать с самых разных точек зрения. И с точки зрения городской мифологии, какой-то иронии, и сатиры, какой много у мамина сибиряка. И с точки зрения отцов и детей, потому что новые поколения порой далеко отходят от своих отцов. Там и вопросы нашего железного Бирмингема, о чем мечтал мамин сибиряк. Ведь есть же у нас заводы на Урале замечательные. Он ставит массу вопросов. И эти вопросы для наших дней созвучны. Понимаешь, они на меня смотрят так, как будто я в состоянии в единый миг что-то изменить. И ведь они правы. Чудовищная несправедливость. А Урал был для него все. Очевидно, что и для ребят писатель интересен, и для ученых. И я думаю, изучали его, изучают и будут изучать. Ну что же ты собираешься делать? Как только я вступлю во владение, я начну повышать производительность заводов и постепенно улучшать жизнь людей. Я построю дома, раздам скот, часть земли отдам в аренду, построю больницы, школы. Ну вот, с этого, вероятно, я начну. Городской открытый конкурс детского творчества «Серая шейка» посвящен мамину сибиряку. И вот сейчас, когда он уже 6 лет идет, мы можем говорить, что он популярен, что он известен, что он нравится, о нем знают дети, о нем знают взрослые. И этот конкурс даже уже получил муниципальную поддержку, то есть он включен в программу в нашем городе. Но неизменно вдохновителем остается Юрий Данилович Исупов, по чьей инициативе финансовой поддержки этот конкурс осуществляется. Юрий Данилович пришел
в детскую библиотеку и покорил библиотекарей своим восхищением маминым сибиряком и покорил наши сердца, и, естественно, мы прониклись идеей проведения этого конкурса. Первоначально конкурс зарождался как литературный конкурс, причем конкурс для маленьких читателей. На первой афише даже было написано «Дорогой малыш». Сначала мы убрали номинацию «Поэзия», потом у нас появились номинация «Сказка», номинация «Медиапроекты», потому что сначала были просто рассказы, зарисовки о природе. Вдруг появились интересные отзывы, сочинения о произведениях Мамина Сибиряка, о жизни. В 2011 году вообще нас удивили работы конкурсантов. Там были и сценарии по произведениям Мамина Сибиряка, и комиксы, медиапроекты, даже, можно сказать, что исследовательские проекты. И есть такая традиция после каждого конкурса устраивать что-то интересное. Например, поездка участников конкурса победителей, лауреатов в поселок Виси, в музей Мамина Сибиряка. Или путешествие по Нижнему Тагилу, а для многих это становится открытием, что здесь есть улица Мамина Сибиряка, дом, где жил Мамин Сибиряк, и не только дети, взрослые делают открытие. Глеб Борисович Удинцев, внучатый племянник Мамина Сибиряка, который сейчас живет в Москве, дал напутствие нашему конкурсу. Мы этим тоже гордимся. А познакомились мы с ним заочно, опять же, через Юрия Даниловича. Ребята через чтение произведений Мамина Сибиряка познают свой край, учатся его любить, как Мамин Сибиряк. И вот, читая произведения, с каждым годом это виднее, что ребята проникаются той любовью, тем чувством, которые были у писателя. И они говорят тоже о добром отношении к природе, об отношениях между людьми, причем с каждым годом это все больше и больше. Конкурс позволит ребятам раскрываться. Причем у нас раскрываются не только дети и родители, ведь они тоже становятся участниками наших конкурсантов, помогают им твориться, читают вместе произведения. И это, в общем-то, какое-то своеобразное вот такое совместное прочтение объединяет людей. Например, одна девочка написала: «Я бы хотела, чтобы у меня был такой же папа, как Дмитрий Наркисович, умный и добрый, чтобы он меня любил и читал сказки на ночь». Вообще детское сердце очень чувствительно, и они об этом пишут. Видимо, вот сейчас, может быть, не хватает этого внимания, они об этом пишут в своих произведениях. Это 300 участников и больше. А ведь у них братья и сестры, у них деды, бабушки, у них родители. И круг, конечно, огромный этого конкурса. Когда мои дети были маленькие, мы на крохотном поезде по узкой калейке ездили каждое последнее воскресенье сентября в дом-музей Мамина Сибиряка. Потом, читая биографические материалы о Мамине Сибиряке, я обнаружил, что «Родина серой шейки», его самое замечательное произведение одного из, это Чердынь, это север Пермского края, откуда и мои корни. Еще одним толчком явилось то, что, бывая в Москве, в Санкт-Петербурге, я всегда привозил стопы книг Мамина Сибиряка с замечательными иллюстрациями, накопилось их очень много. И мне захотелось их раздать детям. Каким образом? Вот я обратился в центральную тогда детскую библиотеку. Мне пошли навстречу, и мы такой объявили детский литературный конкурс. Дети – это самая благодарная аудитория. Мамин Сибиряк, он так и хотел, Дмитрий Наркисович, жить в Москве, издавать газету и писать больше материалов для детей, о детях. До чего Алёнушка, отецкая дочь, как он ее называл, она росла, конечно, в большой заботе отца и тех, кто его окружал. И вот таким образом родилась идея, замысел, воплощение. Большая доля труда, я повторяю, работников библиотеки. Мы взрослые такие, какие мы вышли из детства. Если нам в детстве дали добра, тепла, заботы, то... В принципе, мы только шлифуем во взрослой жизни свой характер. В детстве как раз и закладывается то, насколько человек будет уважителен, сопричастен там, к добру, насколько будет добр. И вообще все Алёнушкины сказки, все эти комарики, все эти разговаривающие предметы, которые в жизни мы не видим разговаривающими. Дети в это верят, верят в эту сказку, в это чудо. И как уже говорилось, хотят, чтобы к ним были добрые, заботливые родители.
В жизни каждого настоящего мужчины женщин занимают достойное и даже значительное место. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк не исключение. Анна Семеновна Мамина, мать писателя. Сын ее боготворил, и каждое слово ее было для него законом. Взрослый мужчина, известный писатель, он подчинялся ей как мальчик. Анна Семеновна была строгой и не любила возражений. Это она впервые познакомила сына с писательским трудом. Это она, развивая воображение ребенка, советовала ему стать сочинителем, писателем. Анна Семеновна жила в заботах о детях и внуках и была, наверное, по-настоящему счастливой женщиной. Бесконечно благодарен, мама, тебе и покойному папе за воспитание, которое я получил, и за ту обстановку, простую, трезвую, трудящуюся, честную, в которой я вырос. Он относился к ней с почтением и нежностью. Сохранилось 450 писем Дмитрия Наркисовича к матери. Всю жизнь он писал слово «мама» только с большой буквы. Мария Якимовна Алексеева, гражданская жена Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка с 1878 по 1891 год. Мария Якимовна образованная и незаурядная. Пела и играла на рояле, знала иностранные языки и обладала тонким литературным вкусом. Одна из самых образованнейших по тогдашнему времени женщин на Урале, она имела крепкую редакторскую руку, была знатоком уральского быта, щедро делясь своими знаниями с начинающим писателем. «Я слишком многим обязан Марии Якимовне во всем, а в моих рассказах добрая половина принадлежит ей». Познакомились они в Нижней Салде в 1877 году, где служил священником отец Мамина. В семье Марии Якимовны Алексеевой Мамин давал частные уроки. Ко времени знакомства она была замужней 30-летней дамой, старшей Дмитрия Мамина на 6 лет, имевшая троих детей. Именно Мария Алексеева приняла самое непосредственное и значительное участие в шлифовке уральского самоцвета. Эта женщина умела любить щедро и беззаветно. Вот строки из ее последнего письма. «Прощай, Дмитрий, будь счастлив и помни, что есть в мире сердце, в котором ты перестанешь жить тогда, когда оно перестанет биться». Весной 1891 года Мамин-Сибиряк переехал на жительство в Петербург вместе с Марией Морицевной Абрамовой. Они познакомились за год до этого в Екатеринбурге, и 38-летний сочинитель влюбился. Он знаменитый писатель, она известная актриса. Мамин рад столичной жизни и купается в популярности. Он пишет сестре: «Я чувствую себя счастливым до несправедливости». Как никогда писатель плодотворно работает, а главное, он любит и любим. 21 марта 1891 года у него родилась дочь Елена. Врачи боролись за жизнь матери 65 часов, но на другой день Мария Морицевна скончалась. В одночасье писатель стал отцом и вдовцом. Мамин был на грани помешательства, молясь часами: «Голубка моя, счастье, мой свет, прости». И только Алёнушка, его дочь, связывала писателя с жизнью. Время очень медленно врачевало душу. Дмитрий Мамин остался с болезненным и хрупким ребенком на руках. И в 1894 году в жизнь этой маленькой семьи входит Ольга Францевна Гувале, как воспитательница Алены. Спустя годы, в 1900 году, в церкви Святого Николая на углу Английского проспекта и Торговой улицы состоялось венчание Дмитрия Наркисовича и Ольги Францевны. Мамину 48, невесте 43. Ольга Гувале сумела создать писателю условия для работы, а Алене заменить мать. Мамин писал: «Если бы знала эта крошка, что с собой она несет всю мою детскую литературу». Или: «Вчера получил только что вышедшую книжку Алёнушкиных сказок. Издание очень милое, стоит 75 копеек, всех сказок 8. Это моя любимая книжка. Ее писала сама любовь, и поэтому она переживет все остальное». В скорбные дни прощания с Аленой Маминой некролог в октябрьском номере «Юной России» заканчивался такими словами: «Аленушка оставила русским детям доброе наследство».
150-летие Мамина Сибиряка, 2002 год. Это как раз та точка отсчета, когда внимание как-то сместилось больше в сторону темы и вообще творчества Мамина Сибиряка. Художники работали над этой темой, темой Мамина Сибиряка, его произведений. Что я думаю, что эта тема волновала и волнует всех. Ну а само продолжение работы над эскизами, оно так и началось. Мы знаем, что Мамин Сибиряк очень много проехал. Он исколесил Урал вдоль и поперек. И первые попытки, это может быть придать значение формы в архитектуре, это тем верстовым столбам. И фигура самого Мамина Сибиряка, это поезд как вариант. Связующий элемент, это вот то, символ колеса. И литературные, те произведения, которые могли бы решиться непосредственно в рельефах вот на этом верстовом столбе. Это один из первых эскизов. Затем появились другие варианты. И вот здесь я как-то обратился в сторону образа Марии Якимовны Колмогоровой. Потому что встреча с ней непосредственно уже после переезда из Весима в Нижнюю Салду оказала продуктивное влияние. Образ этой женщины весьма незаурядный. Она очень эрудирована была, прекрасно музицировала, в подлиннике читала на французском, отличалась в своих суждениях. И поэтому при встрече с Мамином Сибиряком она вот почувствовала его творческое начало. Она почувствовала в нем вот этого литератора. Скончался отец Мамина Сибиряка, и он уезжает певать в Нижний Тагил. Там они встречаются снова, и вот он в Тагиле уже делает ей предложение. Я думаю, что Мария Якимовна не только редактировала, не только там подчищала, но она очень много дала в знании материала, быта того времени. Начало пути очень трудно представить без вот Марии Якимовны, без этого образа. Через скамью в массивных таких формах я делаю как бы ту границу, откуда начинается вот это взаимное уже шествие. Она, в общем, в пространстве где-то несколько отстранена. Здесь больше построено движение композиционное на движении рук, на движении складок, потому что складки – это символ все-таки социального состояния. Падение той же легкой, в смысле теплоты шали. Без образования. Студент, не состоявшийся тогда. Сначала медицинское, затем юридическое, но очень много отдавший репортерству, журналистике. Его активность в движении, даже под ней вот эта незначительная ступень, площадка, попытка вот это как-то обособить ее, создать ей определенную атмосферу и объединить в пространстве. Переходя от одного эскиза к другому, этот вариант был построен от того, что произошел разрыв. Разрыв происходит между ними уже после того, когда они энное время прожили в Екатеринбурге. Эта сцена могла бы быть. Она из жизни. Этот именно момент хотелось как-то зафиксировать. Поиск символики, а здесь это выражается вот в этой дуге. Через эту дугу я попробовал осмыслить и дороги, и нагрузить композицию той народностью, о которой он часто пишет во всех своих романах. Через эту дугу я видел то пространство, помимо народности, помимо связи с народом, я видел то пространство, которому ему удалось, как говорится, охватить. Это Урал из края в край. Тут все композиционно. Настолько активно, допустим, перелина захватывается правой рукой.
этом эскизике я бы как бы это все объединил и даже назвал его «Островок памяти». Здесь ближе к маминому сибиряку и природа, и уже появляется серая шейка. Это из произведений для детей. Это как раз то знакомство, когда у меня произошло с Юрием Даниловичем Исуповым, Маминцем, где он ведет в детской библиотеке. Я там был. И вот, мне кажется, как элемент, который так тронул, когда он приехал уже с Марией Борисовной Абрамовой, второй женой, в Санкт-Петербург, в кружке Даниловой, там собирались литераторы. И он как-то прочитал одно из произведений, которое, в общем-то, Мелодара создано было экспромтом. Это «Зимовье на Студеоне». Услышал его из прочтения дяди. Запомнился этот мне рассказ по музгарке, по собаке, по одиночеству, по холоду этому. Вот. И тогда же я узнал Бажова через Огнеушку-Поскакушку. Так вот, прочитав вот этот небольшой рассказ на этой встрече в Санкт-Петербурге, Острогорский такой был редактор «Мира Божьего», он сказал: «Вы знаете, это маленький шедевр». Казус только был в том, что он как бы завершил это не очень удачно для того времени рассказы, что замерзла полынья, лиса, которую кормил журнал, села в удочку. И, говорят, были слезы у детей, слезы, что он никак не хотел и не думал об этом. Он, конечно, концовку эту переделал. Он вдруг находит возможность поставить там охотника,